Проект создается при поддержке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Кузбасс – уникальный регион. Он находится в центре России и всего континента, на пути миграции древнейших народов Азии и русских завоеваний, в центре бурлящего котла истории. Черневая тайга и низкогорные степи, плодородные сибирские равнины и снежные вершины гор. Богатство природы и культуры, калейдоскоп событий, ожидающий исследователя этих мест. Меня зовут Николай Валуев, и я вас приглашаю в свое путешествие по удивительному, неизведанному краю. Вот сегодня мы находимся в устье реки Анзас. Ну, рекой назвать трудно, скорее это ручей, но все-таки благодаря этой маленькой речке это место назвали устье Анзас. И здесь, в этом самом месте, находится сакральный центр шорского народа. Почему центр? Да по той простой причине, что именно здесь остались коренные шорцы, которые говорят именно в шорском языке, сохраняют культуру своего народа, хранят память предков и считают, что с этого места они никогда и никуда не уедут. Едва сформировавшаяся этническая община шорцев получала поддержку государства лишь 20-е и 30-е годы 20 века. В тяжелые времена вся эта поддержка сошла на нет. Учителя шорского языка были репрессированы или погибли на фронте. А вместо развития район превратился в сырьевой придаток растущей экономики Кузбасса. Традиционные места обитания шорцев пришли в упадок. Железо, каменный уголь, золото, марганец, медь, титан, лесные массивы. Шли десятилетия промышленных разработок, не оглядываясь на интересы местного населения и окружающей среды. Задумались о сохранении чудом уцелевшей жемчужины Кузбасса лишь годы перестройки, а в 1991 году началось строительство первого в области музея под открытым небом – Тазгол. Валерий Кемеев – бессменный руководитель музея. Валерий Макарович Кемеев, историк, этнограф, музеевед, специалист по истории и культуре тюркоязычного населения Кузнецкого Алатау и Притомья, доктор исторических наук, профессор кафедры археологии Кемеровского государственного университета, создатель нового направления в российском музееведении – экомузеология. Главная особенность эко-музея заключается в создании цельной, гармоничной среды, где неразрывно существует природа, люди и музейные объекты. Поселок Усть-Анзас и эко-музей Тазгол плавно перетекают один в другой, и граница между ними весьма условна. На территории поселка были найдены предметы каменного века возрастом 5000 лет и более поздние находки бронзового века, орудия труда и керамика. Позднее на этом месте возник перевалочный пункт воинственного племени енисейских кыргызов. Здесь останавливались их торговые караваны, проводились ритуальные погребения. Тропы существовали, броды, тропы, и вот они таким способом двигались. Здесь был перевалочный пункт, первый. Тут находился вот гарнизон всегда,
Ну и кто-то из этого гарнизона помер, вот они его сохранили. То есть это место имело не только сакральное, но и политическое значение. Он перевалочный пункт. Енисейские кыргызы – древний народ, проживавший в районе Алтая-Саянской горной страны. В 5-8 веках находились в подчинении жужжаний, а также тюркского и уйгурского каганата. С 9 по 13 век существовал кыргызский каганат, который затем вместе с Русью вошел в состав татаро-монгольской империи. Даже потеряв свою государственность, кыргызы оставались важной стратегической силой в Азии. Так, на протяжении 100 лет они сдерживали продвижение России на восток, совершали набеги на Томский, Красноярский и Кузнецкий остроги. Лишь в начале 18 века этот народ покинул Южную Сибирь, так как был завоеван джунгарами и переселен. Экспозиция эко-музея Тазгол столь же разнообразна, сколь насыщена историческая летопись этого места. Посетитель увидит древнекыргызские и хакасские погребения, реконструкции строений охотников и собирателей кедровых орехов, могилу шамана и разнообразные постройки, связанные с повседневной жизнью миссионеров, золотодобытчиков и коренных шорцев. Древних шорцев, да и нынешних, собственно говоря, огромное место занимает охота, шишки, ну, все то, что сдает лес, но нельзя забывать, что животноводство – это одно из основных тоже занятий шорцев. И, собственно говоря, ограды эти сделаны для того, чтобы коровы не убежали в лес. Не залезли, куда не надо, ограду. Корове сделать вот таким образом просто невозможно. Коровки сохраняются, шорцам легче. Вы говорите, что в подобных строениях шорцы жили летом? Летом, да, летом. Некоторые зимой жили самые бедные. Вот зимой? Такой, конечно. Но она же не сохраняет тепла. Ну там как-то жили они, снегом засыпали, землей, потом снегом. Это хозяйственный объект? Нет, это кузница. Это кузница, да? Ну, это кузница, запомните. Это жилое. И вот эта печь более древняя по времени. Почему? Она более производительная. Здесь могли плавить до 5 килограмм. Крицу уплавлять. Здесь вот место такое, да, здесь из камней было там типа конусом сделано. Берут древесного угля, а такого никто не знал, да, еще. И берут, значит, руду маленькими и слоями накладывают. А там уже горит все, раскочегарено на угле. Потом все это закрывают, мехами надувают воздух, мехами. Когда все свалится, они стеночку выдалбливали, засаживали щипцы и щипцами вытаскивали крицу. Искусство выплавки железа пришло в горную Шорию в 6-7 веке до нашей эры. Вероятно, вместе с носителями легендарной пазырыкской культуры горного Алтая, в состав которой входили люди самых разных национальностей. Тысячелетия назад Южная Сибирь, как географический центр Азии, это величайший перекресток на пути миграции народов, приходящих со всех концов света. Так, в конце первого тысячелетия до нашей эры в Горной Шоре оказались Юэджи или Тахары, белые индоевропейцы, наиболее далеко продвинувшиеся на восток. Последующие столетия Юэджи вынуждены были откочевать на юг, так как были разбиты воинственными монголоидными племенами Хунну, теми самыми, от которых отгородились китайцы своей великой стеной. Во 2-3 веках до нашей эры сюда проникли кеты или енисейские остяки, древний коренной народ Сибири, практикующий шаманизм, имеющий родственные связи как с испанскими басками, так и с североамериканскими индейцами. А в первые несколько веков нашей эры до Горной Шории добрались самодийцы, родственные финнам народы, предки современных жителей Таймыра ненцев, селькупов и других. Все эти люди оставили свой след в формировании шорского этноса, однако в дальнейшем мощной силой, влияющей на формирование этнокультурной идентичности шорцев, станут древние тюркоязычные народы. Ну, примерно устройство печки вы рассказали, а вот сейчас нам очень интересно все-таки дойти до того строения,
о котором мы в самом начале говорили, это жилище. Ну, мы считаем летнее, но, как пишут этнографы, и зимой в таких же жили. Обкладывали пластами земли, снегом засыпали и как-то много за не умирали. Лапник еще, да? Вы знаете, мне напоминает шалаш, который мы с отцом когда-то сделали, когда свои первые 6 соток корчевали лес от завода, матери давали 6 соток, знаете, везде так. Вот, и вот такой шалаш у нас был. Но это на всю жизнь. То есть, это жилище человека, где он, собственно говоря, всю свою жизнь проживал, да? Ну, давайте. Конечно, с семьей, причем семья-то большая была. Семья большая? До пяти человек. Где так, спали? Я хочу сразу определиться, что здесь предположительно могли проживать 5 человек. Вдумайтесь, 5 человек. Прошу. Что делал человек долгим зимним вечером, сидя в таком жилище? Думал о будущем. Я не думаю, что им было до тех думок, которые снедают сегодня современных людей. Ну что ж, конечно, достаточно комично выглядит, когда я из подобного жилища выхожу. Но все-таки, вдумайтесь, тысячи лет где-то вырастали и рушились империи. Огромные, мощные, Рим, Египет, Греция, Македония. А здесь, в тайге глухой, с медведями, волками и прочими тварями земными, жили маленькие народы, шорцы. И буквально тысячи лет, буквально до 19 века практически, когда приехали сюда первые миссионеры, первые путешественники белые, только до тех времен вот такая культура существовала. В общем-то, по большому счету, не так много времени прошло с того момента, когда люди узнали о том, что есть совершенно другой мир. С 3 века начинается эпоха тюркских завоеваний. Первой волной через горную Шорию прошли так называемые протобулгары, предки современных чувашей. Затем территория Южной и Западной Сибири подверглась массивной экспансии тюрков гяньгунов, предков енисейских кыргызов, пришедших из Монголии. Смешиваясь с кетами и самодийцами, гяньгуны образовали особую этническую группу кузбасских тюрков. В 6 веке горная Шория входит в состав первого тюркского каганата. Затем в состав уйгурского каганата и, наконец, кыргызского каганата. В результате многовекового смешения народов сам по себе неоднородный шорский этнос многие исследователи выделяют в особый северо-алтайский антропологический тип, несущий как черты монголоидного, так и европеоидного типов. А кузнецкое ремесло было оставлено лишь в 19 веке с приходом российского промышленного железа. Однако именно этноним кузнецкий татары дало имя Кузнецку и в дальнейшем кузнецкому каменно угольному бассейну, то есть Кузбассу. Что за диковинный аппарат? Это вот один из аппаратов. Погодите, не рассказывайте. Можно было бы задать вопрос телезрителям. Как бы они определили назначение вот этого предмета? Вот котел железный, ставится на треногу. Ну, треноги тут нет. Потом сверху вот эта вот выдолбленная из кедра вот эта вот крышечка. Мягкий кедр. И с отверстием небольшим. Он ставился на котел, глиной все обмазывалось. Ну, сначала наливали в котел, конечно, заготовку свою, все гнать будем. Потом вставлялся патрубок, специально такой находили в лесу, раздвоенный, с клапанами. Все обмазывали и в кувшин. А кувшины стоят в роднике, ну, в ручье. Пар выходит сюда, здесь конденсируется, ну и набирается. Ну, можно два кувшина за один раз можно запросто получить. Градус? Градус, ну, вот знаешь, я больше 15 не видел. Своя водка в Игле называется Тар-Рагаза. Угу. А Рагаза – это водка, да? А которая в магазине – Кабака Рагаза. То есть в генетической памяти шорского народа крепких спиртных питков нет. Усть-Анзас – настоящее средоточие шорской истории, культуры и природы. Здесь проходят национальные праздники, советы, городские жители каждый год приезжают к родственникам на сенокос. Не побывав здесь, невозможно понять горную Шорию во всей полноте ее существования, прикоснуться к древнейшей истории Азии
увидеть великое мужество людей, навеки породнившихся с тайгой.